У Татьяны Николаевны трое взрослых детей, два сына и дочь. Семье Черешиных часто приходилось переезжать из одного города в другой, и все тяготы падали на плечи Татьяны Николаевны. Сейчас дети живут далеко друг от друга, а Татьяна Николаевна продолжает переезжать из города в город, чтобы чаще видеть своих внуков. Все было прекрасно. Жили замечательно, дружно. Мама работала на двух работах всегда. Вот сколько я ее помню, она обязательно где-то еще что-то подрабатывала, потому что невозможно было вот нас всех прокормить. Так что вот я ей, конечно, благодарен. А сейчас мама уехала в Тюмень, чтобы помогать моей сестре сидеть с ее детьми, ну, соответственно, с внуками. И у меня весь год была мысль сделать ей сюрприз. Игорь Терешин – один из победителей акции «Берегите женщин». К возвращению мамы планирует закончить ремонт в ее комнате, а начать решил с укладки ламината. Уважаемый Игорь Вадимович, поздравляем вас с победой в акции «Берегите женщин» и вручаем вам этот сертификат от нашей компании, который предоставит вам право на бесплатную укладку ламината в вашей квартире. Большое вам спасибо. Я думаю, в первую очередь, это будет огромный сюрприз для моей мамы и самый лучший подарок на 8 марта. Мам, привет! Привет! Мама, поздравляю тебя с 8 марта. И я получил подарочный сертификат на укладку ламината. Большое спасибо, что ты такой сыночковый. Спасибо, солнышко, спасибо. Хорошо, пока, пока. Берегите женщин. Женщины – это самое главное. Женщины – это мамы, это у кого-то дочери, у кого-то сестры. Но в любом случае, женщины есть женщины. Они требуют защиты. Берегите их.